Париже презентовали маршрут спортивной программы «Дакар-2017». Он пройдет в 29 странах. Со 2 по 14 января ралли-рейд будет на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Причем Парагвай станет финалом, принимающий Дакар. Это будет самый сложный ралли-рейд за всю историю проведения Дакара в Южной Америке, отметили организаторы. Участников ожидают 9000 километров скоростных трасс и дюн. В течение 6 дней участники будут находиться на высоте более 3000 метров над уровнем моря.